Здравствуйте, дорогие товарищи, привет, друзья! С вами Шахов. Сегодня я здесь не один, нас двое. И каждый из нас надел галстук, что разговор будет очень серьезный, блядь. Смысл этой реформы... тратить число потребителей этих пенсий. Да. Пенсионный фонд постоянно дербанится на дворцы ПФРа, погашение займов, убыточность пенсионного фонда, огромная бюджетная дыра, которая требует постоянных дотаций. Все расчеты показывают, что это просто отложенный пиздец. Люди, новая нефть. Пушечка, алло. Что мы не собираемся оставаться у разбитого корыта на пенсии. Придумали мы клевую штуку. Все структурные проекты глобального масштаба передать по наследству. Так вот, чтобы не работать 5 лет, сдавать свой пай. Припеваючи фактически жить. Ответ на ютубе. Кликни или умри в нищете.